О, вода, цвет. И все, и рыба, кстати. Слушай, я его ушатаю. Ну ладно, давайте попробуем, что ли, ушатать его. А че нет? Я бегаю быстро. А че он так? Это ноль эмоций. Ну вообще все равно. Ломайся все к чертям. Мозги, мозги. Вот. Ты надо же был додуматься до такого. Всем привет! Всем привет, меня зовут Алексей, вы на канале Кути, и мы здесь, мы играем в игры, которые интересны мне и вам. Horizon Запретный Запад, 4-я серия. Кто, кстати, не видел, ссылочка на плейлист в описании на первые 3 серии. Сегодня 4-я серия, сегодня мы пойдем по основному сюжету. Задание называется «На грани». И нам показывают 300 шагов. Куда? А почему шаги меняются? Меня повело совершенно в другую сторону. Так, припасы я заберу. Да-да-да-да. Так, ну что, пойдемте, погоним-ка. Мы здесь уже были на самом-то деле. Или нет? Или да? Тут кого-то придавило, я помнится. Очень прочная. Кислота ее не берет. Уязвимость молния. Не... Кислотный сикач. А, меня, собственно, за ним посылают, да? Нет, сначала я воду за цветком. Подожди. Ой, тут еще много цветов, все, вот так вот. Ты начинаешь миссию, но... О, цветочек. О, водоцвет. И все, и рыба, кстати. Собрать. Я не знаю, пригодится ли мне этот водоцвет. Так, а тут что у меня? Камень какой-то, не камень. Лекарственные водоросли. Ну ладно, хотя бы вот водоцветика мы соберем. Потому что в прошлый раз, в 3-й серии, мы там с едой что-то разбирались, и, как я понимаю, трава пригодится. Еще мне надо как-то что-то решить, какой-то вопрос с кислородным баком, потому что я сходил в какую-то пещеру водную, у меня закончился воздух, и я все. Элой, ну, не я, точнее, не я-то. Хорошо, что не я, Элой, все. Так, мы тут уже бегали, кстати, в прошлой серии. Не в прошлой серии, в позапрошлой. А может, не бегали? Так, кабанчики. А стрел-то у меня побольше уже стал. Да, я же себе колчанчик. Колчан увеличил. Так, я потерял. Еще раз. Хорош. Ой, подожди-ка, еще. Давай, стоять. Одного кабана видел, второго не увидел. Ну, точнее, увидел, но он сам выбежал на меня. Я убиваю кабанов не потому, что мне хочется. Стой, это горьколист. Прикиньте, горьколист вот тут рос. Да, их можно есть. Горьколист рос здесь, а я бегал. Дайте я покажу. Я вот тут сейчас, а я бегал аж вот сюда вот забирать. А задание вот тут. То есть я даже, можно сказать, по квесту. Можно сказать, что по квесту, но пока не по квесту. Потому что я вон зеленуху вижу. Я запомнил, что тут кто. Что? А это горьколист еще или нет? Непонятно. Да, это горьколист. Это вот я за ним-то бегал. Зеленуху вижу. Ух. Так, и наверх. Давай, родненькая я. А, на звук кабана я вышел. Но я... Фух! Мне кажется, тут где-то пещерка была еще с этой стороны. Ну, падай. А как падать-то? Стой, я хочу упасть. Зеленуха! И вот тут вот... А нет, тут ничего нет. Ничего нет. Ну ладно, поплавали, рыба. Так, и здесь какая-то штука, тоже какие-то ягоды соберем. Лекарственные, наверное. Тоже собрали. Пригодится. А куда мне надо? Что-то я потерялся.
Нет, это он мне показывает вот сюда, типа, выходи и пойдем. Хотя мне на самом-то деле вот сюда надо. Ух, жара сейчас пойдет, чую. Так, друзья, если что, надо подписаться, надо поставить лайк, пишите комментарии, если вам Харизон не особо... Ой-ой-ой. Рустяшка, это молния. Если игрушечка вам не особо заходит, то пишите, во что поиграть, если заходит. Ну, я рад за вас. Мне кажется, заметили. Это плохо. Ну да, это же охота. А в смысле займусь им? Так, куда? Что? Ну, ну, что ты мне? Хе-хе-хе, я у тебя... Отставить. Да я не умею их на растяжке гнать. В смысле, я гони их на растяжке. Ну, давай, иди сюда. Он сейчас будет стрелять. Иди сюда. Воу, вот это на растяжке. Да не гонится он на растяжку. И в голову контроль. Да вот так ты был. Не лучше на растяжке. Не умею я на растяжке ваш. Это последний, ну наконец-то все. Так. Так, и лесенку он спустил, отлично. Подожди, подожди, мужичок, сейчас. А что ты идешь так? Слава кузне. Но старику за машиной не угнаться. Подойди. Да, подожди. Подожди, да, я заберу растяжку. Так, разобрать. Ну, в смысле... Так, а где тут... Я хочу забрать все, что я тут выбил со всех. Потому что, когда ты в грузовой отсек им бьешь... Так, где тут? Где тут ништячочки? Нет, нет, нет. Не то. Вот то. Давай, вот это вот. Отсек для ресурсов — это must-have убивать эту штучку. Привет, рыжая! Привет, лыс! Привет, лысый, привет. Вижу, ты умелая охотница. Угу. Ты убила всех этих мусорников быстрее, чем авангард одного сикача. Тут были солдаты авангарда? Да. Были-были-были, но прошли. О-о-о. Но потом приперлись мусорники за добычей на мертвечинку. А потом прибежал еще сикач. Неспокойное местечко, точно говорю. Какой-то перс. Наверное. Они заполонили всю долину. Авангард, похоже, решил их всех перебить. Ясно. Погоди-ка, рыжая. Если Турлис, кстати. За преграду, тебе пригодится нитемет. Непростой. Тупой. Изделие мастер. Золотой. Золотой нитемет. Спасибо. Ага. Работал над ним с тех пор, как ушел из Скрежета. Тут проще работается. И меньше проблем. Скрежет мне ничего не говорит. Так. А, происшествие в Скрежете. В Скрежете горы были проблемы? Хм. Кое-кто подкинул. Кто? Не понимаю. Есть там одно пузо с глазами. Ульфунд. Считает себя старейшиной Скрежета горы. Слушай, я его ушатаю. Он так и считает. Когда у меня была лавка там, он все поглядывал на мои товары. Требовал себе скидку для Ульвунда. Я отказал. Ему не понравилось. Не могу это доказать. Но этот бурдюк поджег мою мастерскую. Вот зараза. Я решил податься подальше от этой мерзы. Слушай, так сикачи. Управляющий подъемником рассказал, что сикачи появились вчера. Ты о них что-то знаешь? О, как там Карн? Когда-то мы с ним в какие только неприятности не влипали. Вот однажды шли мы... Так что про сикачей? Ну, когда пришли сикачи? Сказал, раньше этих гадов тут не бывало. Повезло мне, что ты и те ребята из авангарда успели спасти мою задницу. Да и не говори. Так, ну все, пока. Мне пора идти. Спасибо за нитемет. Пока. Блин, главное, чтобы его не ушатали. Я отправлюсь в охотничьи угодья. Там испытания с нитеметом проходят.
Заглядывай, попробуешь свои силы. Добро, договорились. После того, как все улажим. Ну, то есть в самом конце игры. Так, собрали ягодки. Нити мед. Позволяет размещать различные типы растяжек. Прицелившись, нажмите так, чтобы разместить первую точку крепления, затем... Хорошо. Я сейчас все тут залутаю быстренько. Враги, задевающие растяжки, получают урон от электричества, а также накапливают электричество, о чем сигнализирует значок над ним. Когда значок накопления заполняется, враги впадают в паралич на короткий промежуток времени, а в состоянии паралича они не смогут двигаться и уязвимы для критических ударов в ближнем бою. Используйте визор, чтобы просканировать врагов и узнать, насколько они уязвимы к атакам электричества. Хорошо. Все вот эти ловушки я, естественно, с собой... Ой. Если что-то там непригодно... Ой. Я ловушку поломал, я не понимаю. А, кузовой отсек. Давай, растяжечки-то заберу. Взять камень, и камень заберу. Электрический... Так... Где еще? Что? Где? Где там? В каком ухе шумит? Так, енот бегает. Не хочу енотов. Я вообще как бы не хочу живность убивать. Но чувствую, придется. О, грузовой отсек еще. Ягодка. Металлические осколки. В хранилище что-то там отправлено. Так, секундочку. Лутаем. Наверху вижу сундучок фиолетовый. Я не я, если я пройду мимо фиолетового сундука-то. Опа, так, стоп, погнали. Тык-тык-тык. Капец, налазит быстро по лесенке. Часики. Так, все. Давайте посмотрим, куда мне предлагают двинуться дальше. А куда? Отыщите след Эренда. Здесь может помочь мой визор. Блин. Вот она падает почти с какого-то там этажа. Так, ничего себе. Ну все. Все, легко. Решилось. Мне наверх предлагают, а там вот это вот бяка-бука. Ну ладно, давайте попробуем, что ли, ушатать его. А чё нет? Я бегаю быстро. А чё он так? Это ноль эмоций. Ему вообще все равно. Я какую-то машинку уничтожу. Стой, подожди. Это же мой лут, да? Это мой лут. Подожди, сикачи. Это мой лут. Это мой лут скатился с горы. Внутри наверняка есть что-нибудь интересное. Так, предтечь внутри что-то есть интересное. Хочу ли я туда... Воу, кстати. И что у нас здесь? Здесь сундучок какой-то синий, я вижу. Интересно, как мне до нее добраться? Надо как-то вот тут, вот как-то туда. Непонятно. Тут было какое-то... Используя визор, чтобы наложить образ. Контрольная точка. Древний сундук с припасами. А как найти тут сейчас? Я помню, тут был... тут была вот такая вот штука где-то. Где-то. Вот тут, вот она. А вот я не помню, я не понимаю, как включить его, этот визор. Так, защищенная дверь. Вот эта штука, вот. Ну давай, Непонятненько мне. Ну! В смысле, почему ты не можешь туда запрыгнуть? Стоп, схватить ящик. Давай, Вот сюда мне, пожалуйста, вот сюда. Вот. А, отпустить. Я хочу.
тебе прям вот настолько надо это подвинуть? Ну, несерьезно. Похоже, чтобы открыть дверь, нужен какой-то блок доступа. Да, это я уже понял. Вот я уже понял. Давай-ка, визор. О, кабан. Ух! Часть данных осталась. Красава. Это я зачем спрыгнул вниз просто. Так, новый носитель данных. Так, текстовое сообщение. Администрация парка Зайн. Минимальное. Благодарим вас за визит в национальный парк Зайон. В своем бронировании вы указали, что планируете прибыть на своем личном автомобиле. Ваш код доступа — собака решеткой. Хорошо. Есть пароль от закрытой двери. Но мне это был... блок доступа. Так мы только что там были. Глянь, вот эту вот штуковину нужно будет сломать. Но я не с той стороны, где она ломается. А как отсюда выйти? Вот красава. А выйти отсюда как? Что-то мне подсказывает, что я... что я не туда зашел, куда мне надо было. Ох, я мог ящик это сделать. Ящиком, точнее, сделать это. Ну, давай. Упади. Так, и непонятно. Так, стоп, 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 стоп. Еще один ящик. Ну-ка, давай-ка. Ящики так и падают. Так, пригодится ящик. Мне вот пока он... Так, стоп, не то, не то я хотел нажать, я хотел визор включить. Так, так, так. Прочная опора. Способна выдержать вес человека, можно сдвинуть при помощи крюкохвата. Ломайся все к чертям. Так. Я поспешил, короче. Я, короче, поспешил. Нужно найти ключ от двери. Я просто поспешил. Я просто поспешил. А можно бы... Да что ж ты... Давай. Ну ты ж дел... Ты прыгать будешь или нет? Вкусно. В смысле вкусно? Что ты выпила? А там же желтеньким. Как с тобой тяжело, Элой. Это мы пока осилили. Не осилили. Нам стопудово надо что-то, блин, нажать, чтобы она что-то нормально прыгала. Здесь я поставлю. Ловушка со взрывчаткой. Не надо это здесь ставить. Можно снять при помощи крюкохвата, ну. Так. Вломай! Вот оно что. Я просто неправильно работал раньше. Отлично. Так, теперь-то что куда? Подожди, теперь... Крюкохват. Ломаем эту стену. Я-то думал, она с внешней стороны здания. А нет, это просто внутри. Все еще ключа нет.
намека на жизнь тоже. О, енот, да? Енот, да. Так, этот сикач. И там какая-то прочная опора. Так, ну что, я вниз не полезу. Ну ладно, полезу. До выступа наверху теперь не добраться. Придется искать другой способ подняться. Блин. Я уж думал, все. Так, стоп. Это я был здесь. А выход тут есть еще где-нибудь? Эх, а все было так легко, вот если бы не вот эта вот балка. В смысле, как подняться-то по-другому? Почему? Ну-ка, давай подсказочку. Давайте... Вот что-нибудь сюда подложить, Б. И все нормально. Нет, блин, не... Не успеется-то ни за что. Ну-ка, а есть сколько хватов, ну-ка. Даже пытаться бесполезно. Так, ну а ты же скажи, что делать. Так, возьмите орнамент, это мне вообще сейчас. Так, ну это я могу. Так, а двери. Я не понимаю, я не могу в эту дверь зайти сейчас или что? Ну, какая она тул? Она зашла, хорошо. Так, что там? А почему? Сейчас быстренько скрафтим. Так, я снова... Я вышел, хорошо. Это уже достижение на самом деле-то. Сикач. Я могу что сделать? Я не знаю, что я могу. Вот эту штуку я могу куда-нибудь унести в другое вообще место. Она здесь мне не нужна. Наверное. Я же могу куда-нибудь убрать вообще в другое место. А чего нет? Нет, не могу. Печально. Печальненько. Да. Так. Вот эту штуку хочу забрать. Хорош. Меня хотят отправить вон туда. Я сам хочу туда сходить, но не пойму как. Вот так и делай основные квесты. Заходишь в какое-то непонятное здание и все, и потерялся. Ключ, мне нужен ключ. Ломай к чертям. Здесь тоже пока непонятно. Здесь есть вот эта история, вот это, вот это. Ну хорошо. А дальше-то как попасть? Нет, давайте вообще посмотрим, что там дальше есть. Может, мы что-то упускаем из вида. Енот, например, что там? А, нет, енот. Это все еще енот. Мы вон там прошли. И все. Ну давай. Она не может даже в окно выпрыгнуть. Ох. И все, и здесь как бы тишина. Я не вижу здесь ничегошеньки. Я вижу. Так, мне нужен вот этот. А что мне это даст?
Вон, ломаем, ой, там. Прибавим немного света. И только ради этого? Только ради света? Так я ж вижу все. А может мне теперь ящик надо сюда кинуть? Где тут ящик? Давайте теперь попробуем ящик сюда запихнуть, в эту дырочку. Падай, ящик. А теперь внизу его Просто... Мозги, вот. Ты, надо же было додуматься до такого. Фух. Я думал, все, можно серию на этом заканчивать. Вообще можно было все стримы на это. Да, ты все равно еще не можешь допрыгнуть, серьезно? Ну, наконец-то. Куда ведет этот путь? Да какая разница? Стой. Мне... Вот сюда, да. Подтягивай. Оттянись! Так, этот путь ведет сюда. Так. Здесь ничего нам. Тут какой-то балкончик. Ключ. Блок доступа. Ну, наконец-то. Фух, полгода потратили. В этом ужасном здании. Пойдемте, камень мы брать не будем. Я не понимаю, тут какое-то... А, вот здание, кстати, висит. Можно каким-то образом. Раньше задание не висело, кажется. Ключик. Посмотрим, подойдет ли ключ. Да, конечно, подойдет. Давай, открывай. Похоже, давай, я помню пароль. Найденные данные тут помогут. Это не то. Ах, а в смысле? Ну-ка, стой. А как выйти из этой... Стой, найденные данные. Это история вон тех найденных данных. Так, я хочу еще помочь тому мужику, у которого ноги сдавлены. 17.05. Не подходит. Я знаю. 17.05. Конечно, есть. Что это такая штука? Орнамент. Что так, преграда. Так, и тут еще... Ух, ништячочек. 5000 опыта, очки навыка. Не зря я штурмовал этот дом. Давайте поможем. Так, реликвии из... Давай. Я 6 уровня уже, ничего себе. Освободить. Не было такого ранее. Вот ты, там два раза ты мог лечь. Спасибо. Спасибо, спасительница. Откуда они знают, кто они? Элой. Эрент говорил, что ты не любишь громких титулов. Авангард. Мы должны сопроводить достопочтенного Вуадиса на посольство. Если сможем избавиться от сикачей. Капитан велел следить за скрежетом горы, а затем вылезли эти уродцы. Мы хорошенько отделали одного. Но я не успел откатиться в сторону, когда он упал. Я же говорила, обжираться перед походом — плохая идея. Согласен. Пожалуй, пора идти. Ну а если сама наткнешься на сикачей, беги. То очень постараюсь откатиться. Если хочешь, можешь захватить их с собой. Они бывают полезны. А что это такое? Спасибо. Химию дала какую-то. Береги себя. Так, мне что-то дали? Применяйте дымовые шашки, чтобы дезориентировать соседних врагов. И маскироваться. А это маскироваться — это не про меня вообще. Я не маскируюсь. Так, куда мне надо? Ой-ой-ой, это я вообще не в ту сторону бегу-то. Мне надо куда-то вот за этот дом, по-моему, в горочку. Прям в дерево врезался. Вот сюда мне надо. Вот сюда. Что, уже одышка? Так, стрелы у меня все.
Ой-ой-ой, а это что такое? А, ну да. Все, я вспомнил. Что это? У меня хп как-то очень много, я что-то съел или выпил, я так и не понял. А, наверное, выпил. Вот эту штуку я ушатал. Ой-ой-ой. Наракопы. Гляньте, он тут прошел и всех ушатал. Ну... Он прям тут прыгнул, Вперед за голограммкой. Камни. О, какое-то здание, кстати. А, трава. Чую, поединок уже близок. Гляньте, сколько всего тут травы. Ушатал кого-то. Всем привет! А чё мы крадёмся? Давай ушатаем. Бля, какие красавцы. На, по лицу. На. Красавчик, да? Ещё один! Алду. Вот для чего я был рождён. А, это тот, кого мы ищем, кстати. Чисто механик 5-го разряда. Только бой! Ну-ну. О, Элой. Привет! Вот это свинья. Беги! Я ж прослезился. Так, что-то мне подсказывает, что мне придется. Я разберусь. Ты не разберешься. Так, вы можете ослепить врагов дымовой шашкой. Стой, давай начнем с нормального. Ребра сломаны. Емкости с кислотой. Если попасть кислотными стрелами, они рванут. Я заметил. А. Помогите! Тот сплюнул! Так, погоди! Я хочу тебе в задник попасть! Вот так! Не-не! Ай-яй-яй-яй-яй! А все, да? Нет? Я победил? Ну все, да. Да. Так, хп. Теперь я готова ко всему. Я не готов, подожди. Зеленуха! Зеленуху надо забрать, остальное подождет. Ну, зеленца, у меня это будет зеленуха. Зеленка. Так, что здесь у него? По луту-то. Это мы выбили грузовой отсек. Вот, кстати, проволока, это же вот это все. Это все мне надо, как бы. Тут тоже заберу что-то, кстати, есть. Богатое. Ящик с припасами. И вот тут сикача. Дали сикача. Так, сейчас я наверху вижу еще вот. Супер. Так. Красные камни мне не дают. Вот зеленые камни я почему-то собираю. А красные не собираю. У вас есть неиспользуемые спирали или ткани. Используйте их, чтобы смодифицировать свое оружие. Да я это сделаю. Я в город приду, я модифицирую все. Камень мне не надо. Где? Куда он? Где тут? А, привет, Эрн. Че, ребра поломал? Как обычно. Ну да. Я тебя не знаю. Самое сложное, я разобралась с остатками. Очень. Я аж прослезился. Это кому нужны ребра? Кому нужны ребра, действительно? Порядок. Давай я в тебя ягоду вотру. Слушай, ты в преграду приехала не для того, чтобы смотреть, как я ребра ломаю. Рассказывай,
Я хочу отправиться с посольством. Попасть на запад. Далеко на запад? В запретный запад. Бой у шпиля. Наш бой. Не покончил с угрозой. Блин. Враг еще жив. И нужно. Будем добивать на западе врага. Правда? Это же здорово. В смысле, не то, что враг еще жив. Нет, это не здорово. Но ведь нас ждут новые испытания. Твое не будет нас. Молод, как старые добрые. Не будет нас. Эрент, у меня нет времени. А тебе нужно вылечиться. Да, пара дней или меньше. Вообще-то, даже если ты был здоров, я бы не стала. Я должна сделать это сам. Одна, одинешенька, соло-режим. Одна. Хе-хе. Не хочу прерывать ухаживание, но я тут вообще-то ранен. Ну, притуши огнежар, иду я. Новости лучше нет. Слушай, я пойду в свет пустоши, подлатаюсь. Добро. Чтобы отправиться с посольством, тебе будет нужен жрец солнца, Вуадис Усердный. Я уже знаком с ним, кстати. Мы знакомы. Я очищу долину от сикачей и отправлю Вуадиса к свету пустоши. Увидимся там. Умеешь ты прощаться с друзьями. До скорой встречи. Что-что? Ничего, иди. Тебе послышалось. О чем ты говоришь? Эй, да забудь, ладно? Дё, мне интересно уже, ну-ка, объясни. Я тебя обидела? Ты его обидела? Ну ладно. После той битвы у шпиля... Ты просто сбежала, даже руку не пожала на прощание. Я и все другие сражались за тебя, кровь проливали, а ты просто исчезла. Да кто я не знаю, я не играл в первую часть. Ну, скоро поиграем, кстати. Так, та, у кого не было другого времени, та, у кого есть хорошая причина, та, у кого не было времени. Давай, мозг, хорошая... Та, у кого есть хорошая причина. Эрент, когда я вот так ухожу, для этого есть причины. И важные. Точно. Спасибо, что сказала. Послушай меня. Жизнь на Земле под угрозой, и бороться с ней мне. В каком смысле? В самом прямом. Все живые существа умрут, если я... Кабаны умрут. Еноты умрут. Один механизм, построенный предтечами. И времени очень мало. Что ж, причина правда важная. А, я болван. Да ладно, не огорчайся. Эрант, твою кузню. Видимо, мне пора. Может, вас проводить до света пустоши? Фух. Нет, нет, тебя же ждут. Я ж плачу, плачу, слезы льются. Справимся без тебя. Так, давай, а я могу еще раз с ним все-таки поговорить? Ну-ка, давай. Ты можешь идти. А что там бабахнуло-то? Пусти меня отсюда. Не нравится мне этот звук. Тебе придется разобраться самой. Мы тебя только заметим. Да-да-да-да-да, вот сейчас я вот этот вот... Сундук... Ой, кабан! Кабан, стоять, стой, кабан! Я не знаю, зачем мне дают плюс 10 за убийство животного. Я, наверное, неправильно делаю. Звук мне этот ясен-красен не нравится. Так, что мне тут по заданию-то? Тут какое-то неизвестно. Позади неизвестно, впереди непонятно. Доберитесь до источника взрыва. Я помню источники... Я помню источник этого взрыва. Ребята стояли на мосту. Да, вон там. Вон, вот. Неизвестная зона обитания мусорников. Почему неизвестная? А, почему неизвестная? Типа потому что я их не зачистил? Не хочу я с ними драться. Не хочу. Да ладно, хочу я с ними драться. Сначала так... Потом вот так. Бах.
А что там еще? Сейчас я стрел сделаю. Сколько там еще мусорников-то? Сначала в задник. Потом в верхушечку. Верхушечку я сказал. Вот. Вроде бы больше нет никого. Но это вроде бы. Это вообще не точно. Это же... Они тут появляются из ниоткуда. Я просто как бы мастер лучных дел мастер. Синечку заберем. Вот топливные всякие. Индуктор мусорника. Куча обломков. Все это вся... Вся точка респа их. Ой, не то я карту хотел. Далековато бежать. Что по таймингу? А, ребят, я думаю, что я добегу в следующей серии. Я сейчас не тут встану. Возьму камень вот этот. И в следующей серии добегу до места взрыва. Интересно же, что там сидит. Кто там с кем, что там дерется. Либо, может, там целуется так громко. С засосом. Ставьте лайки, пишите комментарии, ссылочка на плейлист традиционно в описании, там же традиционно в описании ссылочки на социальные сети, везде заходите, подписывайтесь. В Телеграм я даже как бы отвечаю, подписывайтесь в Телеграм, везде буду, постараюсь вам ответить. На данный момент, мало ли там, через несколько лет увидите, скажете, обещал. Вот, лайк, если не подписаны, подписочка. Ну и до скорых встреч, пока.